Всем привет! Сегодня у нас на обзоре классные шоколадные сюрпризы. Забавный сюрприз для девочек. Это шоколадные яйца специальной серии для девочек. Давайте же скорее смотреть, что в них попадается. На самой упаковке написано, что здесь должны попадаться модные аксессуары, яркие украшения, милые кошечки, забавные собачки, а также модные фенечки. Давайте же скорее их открывать и смотреть, что же нам попадется. Давайте же скорее начнем открывать. Вот такой вот звонкий звук у нашего шоколадного шара. Сейчас мы откроем первый, посмотрим, сколько он весит. Весит он 26 граммов. Давайте же скорее откроем. Посмотрим сейчас упаковочный фантик. Вот так он выглядит, розовый цвет. И написано «Забавный сюрприз для девочек». Серия эта специальная для девочек. Соответственно, и будут игрушки для девочек. Ну, сейчас мы посмотрим, хотя кошки и собачки нравятся всем, я думаю. Сейчас попробуем вставить шоколад, я такие киндеры первый раз вижу. Шоколад молочный, вкусный. Начнем открывать. Вот такая вот, смотрите, классная оранжевая капсула. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же нам попадется. Так, это нам попалось украшение. Это вот такое вот сердце на веревочке, можно его носить на шее, либо куда-нибудь подвешивать. Вот такой вот рисунок здесь интересно нарисован. Начало коллекции положено, давайте же скорее открывать дальше и смотреть, что нам попадется еще. Ложим. Итак, открываем наш следующий шоколадный шар. Звонкий такой же он. Весит он у нас 25 граммов. И что же нам попадется здесь? Капсула такая же оранжевая. Что-то тоже звонкое. Здесь нам попалось вот такое колечко. Золотое. Ну что-то непонятно. Вот здесь вот как будто нету камушка. Или вот здесь не должно быть. Мы же не знаем, нету вкладыша, посмотреть. Плохо, что нет, кстати, вкладыша, непонятно, сколько всего в коллекции игрушек. Ну, нам попался вот такое вот колечко. Сейчас мы его положим в нашу коллекцию и начнем раскрывать дальше наши шоколадные шары. Такой вот звонкий звук. Открываем. Мы его не взвесили. Весит он 26 граммов. Ура, здесь новая капсула, она желтого цвета. Сейчас мы посмотрим, что же нам здесь попадется. Да, капсула желтая, а игрушка нам попалась та же, только она другого цвета. Такое сердечко у нас уже было розовое, а здесь оно синее с ярко-желтой веревочкой. Ну, можно сказать, не повтор, потому что они все-таки разного цвета. Ну, ничего страшного, у нас еще много яиц, давайте же открывать. Мне, конечно, хочется, чтобы нам попалась какая-нибудь зверюшка. Открываем следующий шар. Весит он 25 граммов. И смотрим, что же нам попадется в нем. Здесь вот такая вот розовая капсула. Тоже она звонкая. Так, здесь нам попалось еще одно золотое кольцо. Ну да, я был прав, видите? У этого колечка вверху есть камушек, а у этого нету. Какое-то оно нам бракованное попалось. Ну ничего страшного. Производители, обратите внимание, что дети так могут и расстроиться. Надо камушки приклеивать. Так, ложим их вот сюда вот в коллекцию. И открываем наш следующий шар-сюрприз. Слышите, какой звонкий звук. Такого еще звука прям яркого не было. Весит он у нас тоже 27 граммов. Тут нам попалась вот такая вот синяя капсула. Возможно, наверное, это еще одно кольцо, потому что очень звонкое. Нет. Это вот такие вот у нас бусы на резинке, ожерелье. Нет, даже бусы. Не бусы, что это такое, типа фенечки. Такая вот классная фенечка на резинке. Можно надевать на руку, носить.
Ну, ничего. Главное, что это не повтор. Круто. Пополняем нашу коллекцию. И открываем наш следующий шар. Следующий наш шар весит тоже 25 граммов. Розовая капсула нам попалась. Звук тоже звонкий. Так, и это очередное кольцо, только оно теперь серебристое и с фиолетовым камнем. Кольца у нас уже есть, вот сюда их пополняем. И открываем следующий наш сюрприз. Такой он звонкий тоже. 28 граммов весит. Попадись-ка нам зверушка. Очень хочется посмотреть, что же здесь за зверушки попадаются. Так, такая вот оранжевая капсула, слышите? Вот тут уже глухой такой звук, классный. Здесь, скорее всего, попалась нам игрушка. Это будет здорово, если это так. Да, смотрите. Вот такая вот классная собачка-далматинец. Все же, наверное, смотрели мультик с такими далматинцами. Веселыми. И у него еще есть тут веревочка. Его можно вешать на шею. Сейчас я разверну вам, покажу. Вот так он разворачивается весь. Да, его можно подвешивать, носить как украшение, либо повесить на рюкзак, и у вас будет вот такая веселая собачка-далматинец. Вот эта игрушка мне очень понравилась, она очень крутая и классная. Ложим ее в нашу коллекцию. И открываем следующий шар. Весит он 29 граммов. Заклинание в тот раз у нас сработало. И это круто. Давайте же смотреть, что здесь. Ура! Здесь такой же, смотрите, глухой звук. И это, похоже, еще одна игрушка. Сейчас мы ее откроем. Да, это еще одна игрушка. Еще один веселый далматинец. Смотрите, как они завязывают веревку. Смешно. Как будто он то ли в шарфе, то ли не знаю, что это такое. Что-то прям смешно. Сейчас мы его тоже раскрутим и посмотрим. На ухо прям завязали. Смешно. Вот такой вот наш далматинец еще один. Он новой формы. Мне он нравится. У него такой вот классный голубой ошейник. Вообще веселые вот эти далматинцы. Классные. Мне очень нравятся. Вот такие у нас сейчас уже два далматинца есть. Классных. Давайте их посадим по бокам. Вот так вот. Круто. И открываем наш следующий шар. Такой вот шар. Весит он 28 граммов. Два далматинца нам попалось. Конечно, хочется еще далматинцев. Они веселые такие. Ну, посмотрим, повезет нам или нет. Не понял. Что-то здесь вообще ничто не гремит. Нас что, обманули и ничего не положили? А, нет, здесь вот такой значок. Смотрите, веселый, с такой симпатичной милой собачкой с розой. Прикольно. Смотрите, какой значок классный. Его также можно носить на одежде, на рюкзаке. Ну, интересная игрушка. Такой у нас еще не было. Это круто. Пополняем ее в нашу коллекцию. И открываем следующий наш шар. Какой он звонкий. Давайте его взвесим. Весит он 26 граммов. Сейчас мы его откроем. Так, синяя капсула, очень звонкая. Явно это не наша игрушка. Это нам попались еще одни повторные бусы. У нас бусы такие уже есть. Ну, ничего страшного, у нас есть еще два яйца. Будем надеяться, что нам попадется еще одна игрушка Далматинец. Или какие еще там есть кошки, кстати, там еще в коллекции есть. Весит он 26 граммов. Тоже звонкий такой. У нас оранжевая капсула. И здесь нам попалось очередное сердце на веревочке. Но оно розовое и другой рисунок. Здесь такой бриллиант. Тоже такая интересная игрушка довольно-таки.
украшения. Так, пополняем ее в нашу коллекцию. И давайте открывать наш последний шар из девичьей серии. Забавный сюрприз для девочек. Так, сейчас посмотрим, кто нам здесь попадется или что. Открываем наш шоколадный шар. Здесь такой звук, как будто это бусы. Сейчас я это проверю, потому что я уже бусы открывал и слышал, как они звенят. Хотя нет, он широкое что-то. Так, это что? Фига себе. Так, сейчас мы его высыпем и посмотрим, что же здесь такое, даже с картинкой. Ой, сколько много запчастей. Смотрите, сколько много запчастей. Так, сейчас посмотрим, что это. О, круто, смотрите, это горшочек с цветами. Круто. Давайте сейчас попробуем это все дело собрать. Так, на рисунке у нас нарисовано. Надо сначала поставить дно. Ставим дно. Есть. Потом у нас ставится вот сюда, в середину вот этого вот дерева. Сюда вот дерево вставляем. Сверху мы еще одеваем дополнительные веточки. Так, дальше что мы ставим? Такие вот большие листики вниз. Вот эти вот разноцветные. Вот так вот. Вот так. Очень большая игрушка, классная. Я прям такие игрушки ни разу не собирал. Очень интересно это сделано, придумано. Побольше бы вот таких попадалось в серии, было бы вообще здорово. Так, и у нас остались цветочки, которые зарастут на дереве. Вот так вот ставим наши красивые цветы. Я думаю, такой горшочек понравится всем. Если вам понравилось, пишите в комментариях, что он реально красивый и классный. И вы смотрите, сколько можно долго, во-первых, собирать. Во-вторых, он очень красиво смотрится. Его можно поставить на любую полку. Он будет классно там смотреться. Даже мне понравилось, хотя я мальчик. Это игрушка наша. Так, вот такой вот у нас собирается букет цветов классный. Сейчас мы повернем нашу вот так вот веточку и оденем последний наш цветок. Вот, все, коллекция собрана. Так, вот такой, смотрите, крутой, классный горшок с цветами. Очень классная фигурка. Представьте, как он будет смотреться классно на полке. Либо можно его подарить на 8 марта, там бабушке или, не знаю, кому-нибудь. Ой, смотрите, у нас еще один цветок остался. Откуда он? Непонятно. Нет у нас даже к нему дырочки. Ну ладно, вот сюда вот его поставим. Вот так вот. Крутая фигурка. Что могу? Давайте подведем итоги по выпуску. Что нам попалось? Нам попалось два далматинца, значок, два браслета. Самая распространенная игрушка – это вот такие вот украшения и кольца, и бусы. Конечно, хотелось бы, чтобы нам попадались вот такие крутые игрушки, далматинцы и кошки. Если у вас есть из этой серии кошки и другие игрушки, пишите, какие у вас есть фигурки. В общем, серия мне понравилась. Эта серия киндеров недорогая, они стоят около 30 рублей. В среднем, ну, может, где-то и до 50. Вообще, интересная коллекция, девчонкам, я думаю, понравится. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Увидимся на моем канале, будет весело. Всем пока!